В торгово-промышленной палате обсудили участие бизнеса в борьбе с коррупцией. На совещании по вопросам независимой экспертизы и сертификации госзаказов, товаров и услуг представители экспертного сообщества объяснили, как должна проводиться независимая экспертиза. Участники совещания внесли предложения по развитию конкурентной среды и системы закупок, а также отметили необходимость проведения независимой экспертизы в сфере ЖКХ. Ровно 5 лет назад объединились российские бизнесмены, предприниматели в хартию борьбы с коррупцией. Это очень серьезная работа, она одобрена и президентом Российской Федерации. Суть в том, чтобы сами люди, которые занимаются предпринимательством, не мешали нормальному бизнесу, чтобы он развивался на честных, справедливых условиях. И у нас создано отделение, вступили уже 13 самых таких лучших, надежных предпринимателей в эту хартию и торгово-промышленной палаты.